Итак, из улучшений здесь улучшенная камера. Здесь стоит уже камера 5 мегапикселей. Снимает она 1080p. Плюс ко всему здесь стоят уже увеличенные аккумуляторы. Причем у меня в комплекте идет 2 аккумулятора. И, внимание! Всем привет! Вы смотрите канал Toy House, лучшие обзоры для лучших людей. Хочешь вступить в армию лучших людей? Тогда просто подписывайся на канал. Сегодня у меня на обзоре будет квадрокоптер JD-20. Не просто JD-20, а JD-20S. Это улучшенная модель того знаменитого JD-20, на которого делали копии, и который является, в принципе, копией DJI Mavic, да, или DJI Spark. В общем, это улучшенная модель. Покупал я ее на сайте Banggood. Ссылку на продавца я оставлю в описании. Поэтому переходите, кому интересно, заказывайте у проверенных продавцов. И стоимость его составляет где-то в районе 3000 рублей. Итак, из улучшений здесь улучшенная камера. Здесь стоит уже камера 5 мегапикселей. Снимает она 1080p. Плюс ко всему здесь стоят уже увеличенные аккумуляторы, причем у меня в комплекте идет 2 аккумулятора, и, внимание, по 1800 мАч. То есть, соответственно, если раньше были 800 мАч аккумуляторы и хватало это минут на 10 полета, то сейчас хватает в 2 раза больше, соответственно, где-то минут на, ну, 15-20, в общем, 30 минут с двумя аккумуляторами, я думаю, вам вполне за глаза хватит. Итак, коробочка идет в вполне таком, ну, симпатичном состоянии, если кому-то на подарок нужно. Красивая полиграфия. Фирма JD-Toys, да, JD-14+, написано. Ну, различные характеристики здесь указаны. Сделано в Китае, соответственно. Где здесь характеристики потерял? Вот они. Что у нас есть здесь? Wi-Fi, камера, видео, возврат домой, безголовый режим. Флипы делает также данный квадрокоптер. Ладно, давайте переходить в комплектацию. Я вам покажу, что идет в комплекте. Я на нем уже, конечно же, полетал, посмотрел, что к чему. И могу уже судить о нем более, так сказать, с точки зрения пользователя, да? Идет, значит, зарядочка у нас в комплекте. Зарядочка, кстати, не как у радиоуправляемых моделек. Здесь другая зарядка, больше похожа такую на телефонную. Знаменитый пульт, который, в принципе, опа, включил. Который, в принципе, во всех многих моделях квадрокоптеров присутствует. Ну, соответственно, инструкция на английском языке с простыми картинками и инструкция для управления со смартфона, ну и, соответственно, какую программу и откуда вам надо скачать. Тоже ничего сложного нету, все просто. Защита винтов — полезная вещь, особенно если вы начинающий только такой квадрокоптерист, вот так я скажу, то как бы очень полезная вещь. Соответственно, второй аккумулятор. Вот, кстати, мы здесь можем посмотреть, где потерял уже надпись. Вот она здесь. Ухо видно. 1800 мАч. Но если вы не верите, что здесь написано, я могу вам вот так показать. Здесь точно есть. Вот. 1800 мАч. Заряжается данный аккумулятор примерно 150 минут. Ну, может быть, где-то все-таки в районе 3 часов они заряжаются. 2,5-3 часа, вот так вот. Запасные винты и отверточка, куда же без нее. Очень полезная вещь, особенно для пользователя квадрокоптера. Так, коробку убираем в сторону. Перейдем, давайте, к самому квадрокоптеру. Вот он в таком сложенном состоянии. Видите, в ладошку помещается, что, следовательно, о чем это говорит? О том, что вы его можете в любой момент куда угодно взять с собой, и он не будет вам занимать много места. Так, открываем в разложенном положении. Вот. И давайте я его включу. Вот такая замечательная подсветка у него, прикольная, яркая. Его видно, особенно в ночное время, очень хорошо видно. Сзади у нас подсвечивается красным, спереди у нас такие прожекторы, ну и снизу камера. Плюс ко всему, вот
под винтами тоже все подсвечивается. Камера у нас управляется вручную, угол наклона, как бы. Есть отверстие под флешку, но если вы будете управлять данным квадрокоптером с телефона, со смартфона, то я думаю, в принципе, флешка вам не нужна, потому что все можно записывать прямо в программу, в телефон, все у вас будет сохраняться. По пульту интересный пульт. Ну как интересно, ничего интересного в принципе здесь нету. Такие типа, многие говорят, что это бутафорские антенны, я на самом деле честно не знаю, может быть. Может быть, а может быть и нет. Поэтому их надо всегда раскладывать. Так. Работает от трех пальчиковых батареек. В комплекте они не идут. И крышка, как мы видим, видите, она на винте. Но она плотно прилегает. И, соответственно, ничего не выпадает у вас. Все держится вполне нормально. Значит, по пульту что здесь? Здесь у нас есть триммингевые кнопки. Регулировать. Если у вас улетает квадрокоптер, вы этими кнопочками его регулируете. Двойное нажатие, даже, по-моему, не двойное, а просто длительное нажатие, и он пищит два раза, и, в общем, у вас квадрокоптер регулируется вверх-вниз, влево-вправо. Возврат домой есть кнопочка, есть безголовый режим, то есть вам не надо следить, где перед, где зад, тоже нажимаете его. Он, кстати, вам оповестит вас миганием определенным квадрокоптер, что вы включили данный режим. Здесь у нас кнопка, отвечающая за флипы. Да-да, этот квадрокоптер делает флипы, делает он вправо-влево. Все, вот такие флипы, но делает их вполне себе нормально. И это экстренное отключение у нас мотора. Здесь у нас кнопка, отвечающая за скорости. А снизу у нас кнопка, типа, отвечающая за видео, но, как написано, с версией с Wi-Fi она не работает. Я не проверял, не знаю. В общем, скорости тоже, опять-таки, первая скорость у вас пропищит один раз, вторая скорость два раза, третья скорость три раза. Будет звуковой сигнал подан, тоже очень удобно. Летает данный квадрокоптер, как заявляют, летает он примерно на 100 метров, ну, до 100 метров, где-то метров 70, 80, ну, 70-100 возьмем. Я его пока так далеко не запускал. У меня на улице просто ветреная погода. Вес его, кстати, составляет порядком 170 грамм. Но я просто не рискую в такую ветреную погоду его запускать. В принципе, в небольшой какой-нибудь ветерок, я думаю, его можно будет запустить. Дома он летает вполне в квартире нормально. Но у меня опять-таки идет как бы ремонт в квартире. Комнаты свободные. Я могу себе это позволить. Может быть, в каких-то небольших квартирках, где мебелью заставлено, будет довольно сложно управлять. Я думаю, я вам покажу его полет и покажу его съемку, как он снимает. Но все это будет пока в домашних условиях. Когда получится мне выбраться на улицу уже с ним, я обязательно скину видеоролик, как он снимает, как фотографирует. Все это будет и на какую высоту его можно понять. Но я думаю, не прям такую великую большую высоту, да, там до километра он явно не поднимется, на это можете не рассчитывать. Ну, метров 100, я думаю, вполне достаточно. Так, ну что, давайте плавно переходить к программе, я вам покажу, какую программу, как она работает, ну и, в принципе, покажу его полет и съемку, как он снимает дома. Погнали! Итак, в общем, скачал я программу, соединил уже дрон с квадрокоптером. Программа, она у нас вот называется UHFPV, но она может быть разной, здесь производитель предлагает несколько версий программ, поэтому скачивайте именно ту, которую вам надо, QR-коды здесь присутствуют. Мне подошла эта программа, в принципе, сейчас я вам ее включу, нажимаем просто play, вот, и уже появилось изображение с нашего дрона. Здесь мы видим виртуальные стики, но мне как бы не очень удобно ими управлять. Если вы уже такой более профессионал, может быть, и вам удобно, то, пожалуйста, можно управлять дроном именно с помощью смартфона. Здесь можно у нас их выключить, можно также нарисовать маршрут, по которому он будет летать. Плюс ко всему здесь, в общем, так, сейчас, здесь находится у нас еще что-то, с этим я не разобрался, скорости, соответственно, видео и фото папки, куда сохраняются ваши изображения. Если вы хотите записывать видео, то, ну, мы нажимаем вот сюда, и видео пошло, вот оно.
видео снимает, в принципе. Видите, широкоугольная такая камера, берет большой довольно-таки захват. Значит, ну, в принципе, здесь по программе все. Вставляется смартфон у нас вот сюда. Большое такое отделение. В принципе, на большой смартфон рассчитано. Сейчас я вам вставлю. Так, в общем, смотрите, вставил я сюда смартфон свой. Здесь еще есть, кстати, по настройкам очень интересное то, что вы можете, в принципе, вот, рисовать маршрут. Можно ему нарисовать любой маршрут, он будет летать, как хотите, да. Плюс ко всему, здесь есть, так, это выключаем. Здесь есть разделение экрана. Пожалуйста, можно разделить экран и летать типа в шлеме. Ну, не знаю, насколько это будет как бы нормально. Настроек как бы много, разбираться с ними довольно интересно. Пока еще полностью их не разобрал. Ну что, давайте покажу, как он летает. Пойдемте и посмотрите. Кстати, вот по задержке, смотрите. Давайте ставлю руку, чтобы вы видели. Руку убрал. Руку поставил, руку убрал. Ну, в принципе, задержка небольшая. Ну, даже, я могу сказать, незначительная. Так, ну что, погнали, полетаем. Ну что, попробуем полетать в этой комнате. Здесь у меня, как видите, идет ремонт, поэтому здесь ломаться нечему, кроме дрона, если он, конечно, сильно очень врежется в стену. Ну, надеюсь, этого не произойдет, тем более дрон этот довольно-таки противоударный. Для того, чтобы включить его, ну, соответственно, надо включить пульт. Сначала включается дрон, потом включается пульт. Сейчас я его включаю. Звуковой сигнал, слышали, и перестал он моргать, соответственно, значит, он у нас соединился. Чтобы его завести, надо вот эти два стика отвести вот так вот в сторону. Отводим, и происходит завод мотора. Видите, завелся мотор. Если мы ничего не делаем, он выключается, как сейчас. Соответственно, этот стик у нас отвечает за набор высоты, опускания и разворот на 360 градусов. Этот стик отвечает за вперед-назад и влево-вправо. Значит, что, давайте заводим. Ну, попробую, как смогу. Не знаю, получится, нет, здесь полетать. Может быть, даже получится флипануть. Поднимаем. Ну, сейчас я попробую вам прям сделать флип. Чуть выше его подниму. Видели? Получилось, в принципе, довольно неплохо. В другую сторону. Ну, очень сложно дома управлять им. Высоту он держит. Видите, в принципе, сейчас я немножко вот... Опа. Тремингануть надо его чуть-чуть, чтобы он стоял на месте. Все равно как бы немножечко он в сторону его сносит. Может быть, сквозняк дома какой-нибудь. Ну вот, в принципе, видите, все, вот стоит, по сути, на месте. Ну и давайте я его посажу. И еще кое-что вам покажу по пульту. Смотрите, здесь вот идет кнопочка, отвечающая за скорость. Если я нажму один раз, не видно, правда, да, дрон. Ну ладно, смотрите, один раз я нажимаю. Два раза пикнуло. То есть вторая скорость включилась. Смотрите, еще раз. Три раза. Третья скорость. Я дома летаю только на первой. Ну что, вот такой вот прикольный, в принципе, дрон. Ну, показал, как смог. Дома особо не полетаешь, но можно. Если, кстати, вы хотите полетать дома у себя, то лучше использовать защиту от винтов, потому что удары об стену и мебель по-любому будут, как и были у меня. Немножечко покоцались винты, но на полетные свойства это никак не влияет. Поэтому ударопрочность данного квадрокоптера довольно-таки на высоте сделана. Плюс ко всему, ну, изменится погода, я, конечно же, сниму видео на улице, все это выложу. Ну, если захотите купить, ссылка на него в описании есть. Кому понравилось, поставьте лайк. Кто хочет написать комментарий, вот сюда вот напишите. Кто не подписан на канал, вот сюда вот подпишитесь. Ну и до скорых встреч. Всем пока.